Приветствуем. Мы сегодня решили по магазинам с утра. Машина едет. Мара в платье будет себе выбирать, а Галя за продуктами. Да. Решили разделиться, чтобы время каждый, много не тратить. Бежит по своим делам. Ага. Сегодня праздник Маковея. Поздравляю всех. Желаю всем хорошо пропраздновать этот праздник. Сегодня, наверное, церковь все пришли. Ага. Светить Маковея. Мак, потом там этот самый, как оно называется, мята, но она как по-другому. А, да. Базилик. Базилик, мяту. Зеленый базилик. Да. Как-то здесь он называется, кстати. Сегодня, Маковея. Ну, делают букетик такой, но да. Основной, конечно, мак. Да. Букетики. И идут светить. То люди надо было светить, как люди. Идут в церковь, да? Ну все, да. давай, все, бежим. Люба, Олежка где? Олежка в машине остался? Да, в машине. Что-то беседовать остался. Все, праздник. Олежка привез, у него свои дела. Привез нас. Да. И увезет. А мы вот идем напротив вот этого супермаркета с паром. Мы идем вот на тот рыночек. В прошлый раз такое хорошее платье вы купили, Тамар. В этот раз думаю, а вдруг еще привезли, да, Тамар? Да. Мне, в принципе, платья мне не особо сейчас уже и нужны, но годик же скоро у нашей Веронички дорогой. Вот. И хочется же какое-то платье на это мероприятие. Да. Ну, пока никак. Надо будет... Да, платья очень много, кстати. Разных. Так, ну все. Пришли. Ну, здесь, наверное, не надо повязку, хотя мы и вакцинированы, но все равно повязку не надо, наверное, одевать. Так, когда будем заходить в магазин. Здравствуйте. Да-да. Здесь овощи, фрукты продают. Завтра, кстати, базарный день. Завтра должны на базар пойдем. Красивое платье. Цвет очень красивый, смотрите. А здесь очень много разных платьев, очень интересных. Сейчас вот это покажем. Мы уже были с вами в этом магазине. Вот это тоже интересно. Ну что, присмотрела себе что-то? Не знаешь, надо в дорогу на подбрюки. Вот это длинное платье. Если бы оно было вот так. Ну, как такое. Ага, интересный фасон. Да. Отличное? Да, вот это. Достаточно. О, дайте я помню. Да. О, эти мы с вами. Это мы с вами видели, но тут, смотрите, о, какой легенький, красивенький. Я не помню, я вам это показывала или это новая серия, я даже не знаю. Вот. Таких разных курточек. О, платье новое пришло. Очень легкое. Ой, я вам еще обещала платье показать, которое я купила дома носить. И забыла показать вам. Это нравится мне. Ух. Розами. Сарафанчик. Интересная кофта. Такое платьишко. Темный я не люблю. Вот такое тоже классно. Дорогу вот такое платье. Ну да. Все нормально, хорошее. Добрый день. Здесь что, здоровья. Вы сейчас это. Потом сходите вот здесь, вот там рыночек такой небольшой. Сходите, может, там мак найдете, если что. А я побегу мясо, а еще дальше туда побежу. Хорошо, беги. А вы вот здесь вот так. Да, вы вас покатаете. Ну так, через одну вот эту. Хорошо, вот смотрите, мак, какой есть. Здесь. Ну, она имеет в виду букетик. Да. Это тоже, да, красивое платье. А,
голубое красивое тоже платье. Смотрите. С такими рукавчиками. Вот это с пиджачком. А это брючки. Ну, это брючки. Костюмчик, оказывается, такой. А вот здесь, да, вот такой. Это миллион. Вот. Купила и я себе, и Тамара. Вот. Но покажем уже потом. Да. Потому что, чтобы был сюрприз. Клубничка продается. Смотрите, не сезон, а клубника продается. Букет, говорит, надо взять, Мак. Да? Ну да. Уж готовый букет. Ну и готовый. И готовый. А мне понравилось. Три возьмем? Хватит? Да, да. Три. Три. Праздник так праздник, да? С маком так, с маком. Помидорчики желтенькие такие, смотрите, какие. Ой, круглые. Помидорчики и алыча. А это алыча, да-да. Да. А это помидорчики. Для компота, для киселя. Дякую, ма. А здесь люди сами привозят, выращивают и свою продукцию привозят. Добрый день. Чучки, смотрите, какие интересные. Лучок. В общем, покажу этот ряд вам. Рыбу продают, смотрите. Дякую. Голова такая. Это сом, да? Сом. Ага, я вижу, что... Я единственную рыбу, какую знаю, так это сом. Вот какая огромная. На праздник. Такая шесть. Вот, а там это? Лосилась, вижу, судака. 45 гривен. Красивый. Для своего влога. Все? Дякую, да. Ежевичка, посмотрите, какая крупная. Ты у вас дома такая растет, да? Да. Огромная такая. У соседа. Ну, она ей дребнейшая, Маша, все дребнейшая, крупнейшая, она грязная. На каждому кусику сильнейший куш, он большую ягоду дает. Слабшенький, меньшенький. Дякую. Красивая. Очень. Кукурузка. Дякую. Можно, да? Баклажаны, смотрите, какие круглые. Это, наверное, гелиус или какой-то такой сорт, да? Флоренция. Флоренция? О, какой красивый баклажан. Чесночочек мелкий. Вообще здесь на рынке, вот, знаете, каждый привозит свое, все, что выращивает. И очень вкусно все. Видите, даже кукуруза. А, да, у вас на огороде растет? Огород, видите, тикезирование. Колхозничка называется. Или колхозница. Да, а кукурузка по 4 гривни. А, дякую. Перчик, у вас такой сорт на огороде растет, да? Да. Такой огромный, я еще не видела, чтобы дома такой рос, знаете, большой. Сникополя. А, сникополя? А, красота какая. Дякую ему. Что, нельзя оторваться, а зелени сколько. Люди себя на YouTube. Люди помидорчики, картошечки. Вот разные, помните, вчера смотрели сорта какие. Белоруса. А белоруса это? Это белоруса. Славянка. Ага. А вот темпа мы еще с вами не видели. Вот это сорт. А ну знаете, похоже на вот это на пьяничку, на пикассо, на пикассо похоже, тоже с розовыми гнездышками. А почему огурцы большие? Угу. Ой, здесь хозяйка, не знаю, могут повезти. Не нашли мы букета, покажи, что ты купил. Ага, видите, что нашли? Больше ничего не нашли. Обычно, да? Ну у нас перед собором, может у них здесь тоже? Наверное. Перед церковью, перед соборами, может быть. Да, Господи. Канев. Мы ждем Галю и гуляем
по Каневу. Это сейчас мы возле автостанции ходим. Посмотрите, какая здесь красота. А вот это автостанция. Вот такие автобусы курсируют между городами. Тогда Канев, Черкасы. Мест не было. Машина вот за магазином стоит. Смотрите, какая здесь красота. Катальпы, ирисы. Люди путешествуют на велосипедах. А с этой стороны, с правой стороны уже Днепр. Видите, я вам показывала еще речной вокзал. Автовокзал и речной вокзал. Туда спуститесь, и там уже. А здесь, вот видите, уксусное дерево больше выглядит. Как смотрится красиво, да? Уксусное дерево. Сегодня праздник Медовый Спас. Маковеи придут вечером гости к нам. Кабачковый рулет буду делать. Еще покажу, кто что готовит. А чесночок еще. Чесночок с огорода. То есть это не с огорода, а выросший здесь. А просто что? Мы в прошлый раз не видели, обрезали. Сушили. Очки надо помыть. Уже баклажаны пожаренные. Пожарила я баклажаны, еще сделаю рулетики из них с чесноком и с майонезом. Галя вон сделала колбаску. И еще Галя рыбу пожарила. Дальше готовимся. Ох, и жарко сегодня. Еду в магазин. Во-первых, проиграл, должна купить пиво. Во-вторых, рулет-то вот сейчас Галя поставит печься. Надо же смазать, сделать рулет, надо плавленый сырочек купить. Вот. Еще салфеток нет, оказывается. Салфетки еще купим. Все, Олежка меня везет. Но жара, пекло. А сегодня очень много празднований. Может, мы и поедем далее? Отвезешь меня? День казацтва сегодня. Сегодня еще открывается. Кстати, я вам показывала супермаркет. Показывала супермаркет. Когда приехала в Канев, оказывается, он не открылся, а будет открываться еще. Вообще очень все красиво сейчас так делают. Я видела еще возле зданий, дороги делают. Очень интересно. Да, может, пока, наверное, уже в этот раз не получится показать. А приедем вот на День независимости, я вам покажу, что они успели сделать за короткий срок. Ох, и жарко. Кстати, только что звонили мне одноклассники. Гуля, вы которую знаете, я в Москве вам показывала, знакомилась со своей одноклассницей Гулей. Руслан Амиров тоже. Привет, Гуля, Руслан. Вот, все звонили. Они сейчас там вместе что-то празднуют. Звонили мне. Разговаривала мне сразу. Настроение хорошее сегодня. И так хороший праздник сегодня, да? Еще одноклассники позвонили. Как раз на Медовый Спас. Все созревает. Все фрукты, овощи. Так, сейчас схожу вот в этот магазинчик. Если нет, то придется ехать в другой. Маленький, видите, какой магазинчик.